С 14 по 20 августа во Владимирской области России прошла 7-я смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на Клязьме. В числе участников форума были и 14 приднестровцев. Оттуда они привезли новые идеи, которые намерены внедрять в республике. Работа, которую проводит Днестровско-Прутский центр РСИ с приднестровской молодежью, направлена на укрепление связей России и Приднестровья. В состав нашей делегации участников форума «Территории смыслов» вошли победители конкурсов, которые проводит Днестровско-Прутский центр совместно с Министерством просвещения, а также активисты молодежного движения «Звезда». Ребята зарекомендовали себя на форуме довольно-таки положительно. Мы связывались с организаторами этого форума, которые высказывали нам свое мнение о делегации Приднестровья исключительно положительное. Одним из достижений данной поездки является это налаживание взаимодействия с организацией «Волонтеры Победы». В дальнейшем мы планируем оказывать поддержку и развивать это взаимодействие, отправлять ребят на различные форумы уже в качестве волонтеров, а не участников. По словам Светланы Малаки, одной из участниц приднестровской команды, эта поездка подарила больше уверенности в себе, а главное – опыт и много новых знакомств. Главная цель и задача наша была, нашей организации, это приехать в Россию, рассказать о нашем Приднестровье, рассказать о нашей молодежи, о самой лучшей молодежи, перспективной, рабочей молодежи. Оттуда мы привезли колоссальный опыт, мы научились писать проекты, мы очень много общались с VIP-гостями, с лекторами. Я думаю, что нам пошло это только на пользу, и на сегодняшний день мы можем тот опыт изымать и работать в Приднестровье. По итогам форума наши участники получили приглашение на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в 2017 году в городе Сочи. Николай Стоянов, Александр Левицкий, Первый Приднестровский.